Привет, я Ваня, а ты на канале Рыбакит. Давай сегодня с тобой слепим ананасик. Лепим? На белом листе бумаги я буду лепить такой плоский, яркий, красивый, как будто рисовать ананасик. Буду лепить пластилином мягким пчелкой фирмы Гамма. Мягкий, пластичный, легко лепится, яркие цвета. Ты можешь видеть, они действительно яркие и приятные. Есть много цветов, 18 цветов у меня. Но я в основном буду сегодня использовать желтый. У меня есть кусочек желтого, кусочек зеленого, кусочек светло-зеленого, темно-зеленого. Очень важно, когда есть в наборе разные кусочки. Может быть, немножко оранжевого. И глазки, конечно, няшные мы сделаем. С самого начала нужно помять желтый пластилин. Помни его и погрей вот так. Он, конечно, мягкий пластилин, но все равно ребятам помладше, особенно дошкольникам, немножко трудно. Но все-таки это не классический пластилин. Чуть-чуть он мягче, чуть-чуть приятнее, податливей. Что мне нравится. Я папа, вроде бы уже много лет мне. И сильные у меня руки, но мне приятно, когда пластилин немножко податливый, но мягкий. Лепим из него большой-большой овал. Сначала помнем, потом сомнем. После этого сделаем шарик, колобок. Раз-раз-раз-раз-раз, колобок. А теперь сделаем яйцо. А вот это яйцо раздавим. Котлетка, оладушек. И получается блин. Оп-о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 п. Это недолго, это быстро. Если ты устал, то ставь на паузу. Обязательно догоняй меня. И потом продолжай, нажимая play. Смотри, пластилин не рвется, действительно. Такой достаточно прям такой пластичный. Из него можно сделать такой вот длинный блин, большой, широкий. Смотри, кажется тебе, что здорово, а ананас будет еще больше. Чем больше ананас, тем тебе легче будет его лепить. Так что большой палец готовь и начинай размазывать. Размазывай краску, пластилин как краску. Вот так, размазывай в разные стороны. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Старайся, чтобы он не порвался. Немножко можно его потом подтянуть. Раз. И вот пластилин готовчик наш. Ананасик, основа ананаса готова. Готово. Еще несколько мазков. Я как будто мазками накладываю свой ананас. Прям рисую его вот так вот. Рисую. Ананасик здоровский, яркий. И пока что ничего сложного. Я прошу родителям помочь ребятам в этом плане, потому что большой ананас сделать трудно. И нужно большие крепкие руки. А папа, как всегда, поможет. Я думаю, ну и мама тоже. А если есть старший брат, то помоги. Старший брат, обязательно помоги малышу. Что нам нужно еще? Зеленый. Будем отрывать кусочки. И вот так их прикреплять. Один кусочек прям сверху прикрепляем. Два кусочка. Не стараемся вылеплять что-то. Просто кусочки рвем и приклеиваем. Вот сюда приклеим. Теперь светлые. Сколько кусочков, тоже не знаю. Но лучше побольше. Я думаю, что с десяток можно сделать. Пока что прям вот так вот приклеиваем и смотрим. Так раз, раз, раз. Сколько уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 8 9. Ну, сделай все-таки 10. Хорошее число 10, и хочется его подержать. 10. Вау, устал? Догоняй нас. Ставь на паузу, если устал. А теперь бери большой палец и скажи: я суперсильный человек. Я девочка и мальчик. И мы будем лепить целый век. И сильный у меня будет пальчик. Смотри, что я делаю пальчиком. Я беру и размазываю вот так. И раз, и два вот так. Я размазываю. Я учусь размазывать наш пластилин вот так. Вот так, вот так, вот так. Мы рисуем пластилином. Мы пыхтим. Я пыхчу, но у меня получается. Дай пальчикам обязательно отдохнуть. Вот такая прическа у нашего ананаса. Просто суперский, как мне нравится.
Дальше нужно решить, что мы хотим сделать, чтобы у нас ананас был супер-супер похож или все-таки такой яркий, простой. Я думаю, что лучше пока что попроще сделать. Так что мы просто нанесем такие вот наклонные линии на наш ананас, чтобы он был в полосочку. Пока что будем просто делать. Потом появится у нас и сложнее техника, но ананас у нас в полосочку. Диагональные эти линии называются, когда мы по диагонали ведем. Вот так по диагонали и вот так по диагонали. Сюда, 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 сюда. И делай их побольше, покрупнее в смысле, покрупнее, чтобы ромбики были крупнее. А теперь самая няшная штука, что любят все девчонки и мальчишки рисовать глаза. А мы лепим глаза. Два кусочка черных взяли, раздавили, прилепили, раскатали. Посмотрели. Очень хорошо. А теперь добавим, конечно же, бликов. Ярких, няшных бликов. И вот у нас пластилинка готова. Яркий, простой рисуночек, но очень-очень много удовольствия он тебе принесет. Рисуночек и лепка. Мы научились лепить и научились смотреть на наш ананас. Ананас нам машет. Карандашиком подрисуем. Наша ананас-девчонка, ананас-мальчишка. Не знаю, кто это, но мне кажется, мальчишка-ананас очень довольный. Смотрит он на нас. Нам передает супер большой привет. И я передаю привет тебе. Обязательно делись в Инстаграм. Рыбакит папа рисует. Находи. Если ты ролик посмотрел на Ютубе, поставь лайк. Все-таки это поможет развитию канала. Если ты действительно устал, то теперь уже можешь отдохнуть. Посмотри следующий ролик, где я леплю еще что-то очень простое и яркое. Пока-пока!